Коллеги, всем привет! Вы на канале «Лучший таксист». Ну, лучший — это, конечно, по моей версии, как бы. Зовут меня Андрей, работаем в тарифе «Комфорт плюс». Катаем, конечно, иногда нет-нет и комфорт, дабы минимизировать простой. Короче, я чего в этом ролике хотел за это рассказать-то? Недавно тут меня подкинули на рубалечек на 1000 рублей. В общем, каким образом произошло? Заказ был за наличные, ребята сели молодые. Причем попадались эти мне уже ребята, о чем, ну, мы друг друга узнали. Вот, и, в общем, ну, ничто не предвещало беды. Там заказ был в районе 1000 рублей. По ЗСДхе, это была ночь. В общем, ситуация в чем? Он мне говорит: слушай, налички нету, давай я тебе перекину. Кстати, первый раз он меня не кинул, когда он ехал со мной. В общем, он говорит, типа, продиктуй номер телефона. Я ему говорю: давай через систему быстрых платежей. Он как будто бы меня не услышал и берет по номеру телефона со Сбербанка, переводит. Показывает, я говорю: слушай, покажи мне скриншот. А, кстати, когда он, очень немаловажный фактор, когда он якобы отправлял деньги, он меня попросил карту на случай, типа, если что-то не пройдет, то я по номеру карты отправлю. Я как-то без задней мысли, но думаю, до этого не кидал, вроде парень такой нормальный. В общем, в оконцовке. В оконцовке следующая история. Он мне показывает, я говорю: слушай, покажи скриншот. Смотрю, мне деньги, ну, не пришли на Тинькофф. Он мне показывает скриншот. Ну да, смотрю, мое имя, номер, последние 4 номера карты, и якобы транзакция там зависла. Ну, в общем, там разбирались, что-то звонили, деньги так мне и не пришли, короче. И обменялись, типа, номерами телефонов. И тут, когда я уехал, я вспоминаю, что я видел в интернете такую историю. Это как фейковые чеки. Такая, есть даже сайт такой, фейк-чекинг называется. Ну и вот. Еду просто тут, короче, там крузак, блин, короче, там пытается там что-то навяливать, наяривать, блин. Ну и вот, сейчас давай бахни с него, вот этого дурака, блин. Ну и в общем это, ситуация в чем? Есть просто даже телеграм-боты, я тут пробил, вот я попробую здесь скриншоты сейчас вставить, да. В общем, есть определенные такие матрицы, модули под разные платежные системы. Киви, Сбер, Тиньков там и все что угодно. И такие окошечки, да, с пустыми местами, куда можно вставлять любую сумму, имя, номер банковской карты. И что происходит, короче? Просто-напросто человек, как будто там он сидел, я ж не смотрю, там он что он там переводит, да, подозрения же не вызывает. Он берет и вбивает эти данные, короче, и тем самым, ну, формирует вот этот вот фейковый чек. Скриншот, так называемый, короче. И все, мне его показывают. А потом, ну, вот эта вся тема, типа, что-то зависла операция. А самое интересное, я когда позвонил в Тинькофф, Тинькофф говорит: да, возможно, зависают операции, так как у нас проводятся технические работы по улучшению сервиса ночью. Это ночью было. Ну и на этой теме этому чуваку срослось. Я думаю, ну ладно, наверное, деньги же придут. Так и не пришли. Так что, ребята, ну, будьте бдительны, смотрите, кидают все время по... Ну, схемы все новые и новые, как бы. Хотя тема не новая, это тема старая еще. Ладно, коллеги, в Питере лютуют этот Роспотребнадзор с гаишниками, короче, с комитетом по транспорту. Вчера оштрафовали несколько водителей на 20-ку. В общем, ребят, поставьте лайк, напишите, что об этом думаете. И спасибо за просмотр. Все, пока-пока.